Прекрасное время года еще не закончилось. А вот пора бань, пора добрых, вечерних, уютных вечеров продолжается. Окутайте себя теплом и уютом вместе с велюровым халатом. Сегодня главное предложение дня. Халат Эльвира. Это ваш лаконичный дизайн. Смотрите на наших девочек, который придает вам безусловную красоту, тепло, уют. Это ваше выгодное вложение сегодня в уют и комфорт. Цена только сегодня 1499 рублей. Выбирайте для себя монохромный дизайн качественного велюрового халата с преимущественно хлопковой основой, у нас 80% хлопковой нитей. Гарантирует вам теплые, мягкие, уютные вечера с вашими близкими и родными. Вы посмотрите, как вам будет хорошо. А выверенный прямой крой с оптимальной свободой по всей длине, с удобной застежкой на молнии, гарантирует идеальную посадку, безупречную, безопасную дистанционную покупку на каждый, кстати, тип фигуры и комфорт абсолютно в любом положении. Вы наполняетесь силами, полноценно отдыхаете. После любого трудового дня вы возвращаетесь домой и просто ныряете в объятия этого потрясающего велюрового халата Эльвира. Цена только сегодня 1499 рублей. За высокое качество, за велюр, который будет всегда актуален, который всегда в тренде. Итак, какие же цвета сегодня мы для вас представляем? 10 января был эфир, на котором в ноль разлетелись наши халаты. Оттенки сегодня для вас добавили, целых 3 новых оттенка. Итак, сиреневый цвет – это как раз новичок сегодняшнего дня. Посмотрите, какой он приятный. Мы уже готовимся к весне, да, у нас сирень. Фуксия – это бестселлер прошлого часа, прошлого дня, когда у нас была презентация халата. Это мой, кстати, выбор сейчас. Фиолетовый цвет. Посмотрите, какой насыщенный, глубокий такой фиалковый цвет. В заказе у нас будет фиолетовый. Голубой – это новичок данного часа. Посмотрите, какой прохладный оттенок, какой приятный глазу. Это голубое небо нашего лета, нашей весны. Мятный цвет уже многие из вас выбирали. И мятный цвет также был хитом 10 января. Сегодня поэтому он тоже будет у нас на грани исчезновения практически сразу. Темно-зеленый цвет. Это, конечно, цветотерапия, это успокоение. Это цвет хвои, цвет зелени, насыщенный. Бежевый оттенок. Приятный к телу и приятный телесный вариант на Олечке, на нашей модели, вы можете его наблюдать. И графитовый – это новинка сегодняшнего дня. Вот он, еще один новичок, который вступает сегодня для вас. Халат Эльвира у нас в размерах от 44 до 58. Выбирайте размер смело, потому что здесь уже сразу заложена оптимальная как раз свобода по всей длине. Вы можете выбрать размер в размер, а можете, например, на размер больше. Посмотрите на нашей Нике, да, которая в 50-м размере, она выбрала для себя 54-й халат и вполне выбрала прекрасно. 52-й тоже на ней сидит замечательно. То есть вы выбирайте по ощущениям. Сейчас покажем Олечку. Кстати, на Нике у нас голубой оттенок. Посмотрите, это новичок сегодняшнего дня. На Олечке у нас сейчас 50-й размер, и Олин родной 50-й размер также выбрала, видите, идеально. На мне тоже 50-й, но я специально померила 52-й и поняла, что легко закажу. Поэтому если вашего размера вдруг не будет, а ажиотаж на эти халаты сегодня 100%, выбирайте на размер больше смело, вы не прогадаете. 1499 рублей. Посмотрите, какая красота, какой уют, какой комфорт. Как хочется сразу домой после работы бегом нырнуть в его объятия. Монохромный дизайн, посмотрите, уютного халата всегда, во-первых, в тренде. Гарантирует самые уютные, теплые, мягкие вечера вам, вашим близким, родным. Вы можете, кстати, поделиться заботой и теплом, подарить сегодня кому-то из ваших близких такой халат. Это, кстати, будет прекрасный подарок на любой праздник. Это будет, знаете, означать, что вы дарите свою заботу, значит, что вы помните о своем любимом близком человеке. Кстати, название ткани велюр произошло с французского и переводится как бархат. Но, как многие вещи, изначально велюр был на Востоке и был особенно статусный. Это особая ткань, которая, знаете, предназначалась особенно богатым людям. А сегодня велюр доступен практически всем, поэтому позвольте себе символ статуса, символ уюта. Монохромный дизайн также актуальный тренд,
Посмотрите, вы выглядите стильно. Это ваше стильное решение. Домашний при этом гардероб. И прекрасный, кстати, альтернатива халатам в принт, в цветочек. Вот сейчас загляните, да, в ваш гардероб. Если у вас уже есть принтованные варианты, вы можете присмотреться к монохрому. Более того, здесь у нас приятнейшие тактильные ощущения. Ведь велюр – это родственник бархата. Посмотрите, здесь у нас велюр 80% хлопка. Здесь хлопковая нить, которая создает, кстати, приятную воздушную подушку, которая, прослойку, которая сохраняет ваше тепло. Это прекрасный вариант для распаренного тела после ванны, после бани. Может быть, у вас есть термальные источники в вашем городе, или вы отправляетесь куда-то на дачу, может быть, в санаторий, может быть, вы хотите просто подарить это роскошное создание. У нас есть отзывы. Людмила Сергеевна пишет: хороший халат, мягкий, легкий. Взяла на свой 52-й размер 54, думала посвободнее. Но можно брать размер в размер. Крой халата свободный, при этом сидит хорошо, не полнит. Нравится мягкость, довольна покупкой. Спасибо огромное, мы благодарим за ваш отзыв. И, кстати, очень хорошее замечание. Как я уже сказала, вы можете выбрать размер в размер, можете на размер больше. Здесь выверенный прямой крой с оптимальной свободой по всей длине. Посмотрите, у нас всегда будет здесь еще свобода и запас. Поэтому, как вам и написала телезрительница, размер в размер, на размер больше, легко. Удобная застежка-молния, которая, кстати, идет не до конца, чтобы вам было свободно, удобно передвигаться. Кстати, пуллер у нас в ассортименте представлен, поэтому здесь... Как вам повезет, они у нас разные, это тоже, знаете, такой маленький, но приятный бонус. Итак, спущенная линия плеча, вот мы немножко уехали, карманы показали уже, посмотрите, спущенная линия плеча, это опять же про безопасность дистанционной покупки, это про свободу в подмышечной вот этой зоне, так что смело выбирайте, 3/4 рукав, это вообще для домашних дел просто подарок, вы сохраняете изделие, вам всегда удобно. Вот у нас варианты, еще раз цвета, мятный цвет, бежевый цвет, это тоже лидер продаж, так же, как, кстати, и мятный. Успевайте заказать сейчас халат Эльвира в темно-зеленом оттенке. Вот пуллер, видите, в ассортименте я говорила, звездочки у нас есть. Фиолетовый у нас есть сердца, фиолетовый цвет насыщенный, глубокий цвет, сиреневый цвет. Вот, пожалуйста, какой нежный, какой уже весенний. Графитовый вариант, также сегодня новинка. Мы добавили вам оттенки, чтобы вы могли выбрать, если у вас уже есть в другом оттенке. Голубой цвет, выбирайте. Выбирайте качество, выбирайте удобство. С кармашками, посмотрите, сюда телефон. Если вы в санатории, можно положить сюда даже брелок, ключи, что угодно. Главное, вы выбираете качество велюрового халата. Уют, ваше выгодное вложение, 1499 рублей.